В эфире интернет-обзор, и с вами ведущая программы Евгения Лисина. Я вам расскажу о самых популярных и важных новостях на сайте нашего телеканала, а также на сайтах наших партнеров. Это те новости, за которые голосуете вы, посетители сайта www.defistv.ru и подписчики наших групп в социальных сетях. Не пропустите на канале родной и на одноименном сайте марафон фильмов Леонида Гайдая. Самые любимые фильмы, которые всегда актуальны во все времена, с 1 по 3 февраля. А вы любите фильмы Гайдая, как любим мы их? Было время в жизни нашего старшего поколения, когда не то что селедку, но и колбасу, и масло было не достать. Ничего нельзя было купить даже с деньгами в кармане. И слава богу, что те времена прошли. Наступила эра всеобщего изобилия. Но как насчет качества продуктов? Об этом вы найдете статью на портале Леди ТБН. Учителя транссексуала уволили из католической школы. Такая новость пришла к нам с портала «Мир веры». В связи с этой новостью мы проводим опрос. А вы бы доверили своего ребенка учителю транссексуалу? Ждем ваши ответы в наших группах в социальных сетях. А вы хотите увидеть настоящее шоу скворцов или увидеть передвижение предметов силы взгляда? Тогда вам прямая дорога к нам на канал на сайте YouTube. Адрес нашего канала youtube.com/tbnrussia. Напоминаем вам, что каждый день ровно в 6 часов в эфире ТБН «Мировые новости», с которыми вас познакомит Наталья Княжевич. Каждый выпуск вы можете найти на сайте ТБН «Новости». Так что, если вы что-то пропустили, это не беда. Вот и все, о чем я успела вам рассказать. Помните, что главные новости сайта выбирайте именно вы, телезрители ТБН. Заходите на наш сайт в группы в социальных сетях, обсуждайте новости, которые вам нравятся. А итоги мы подведем в следующих выпусках. До встречи на телеканале ТБН. We'll be right back.